Hi guys, welcome back to Junris Blagadag Reaction. For this video reaction, let's go to Russia. Pasibat or Russian friends. And the title of this video that we need to do some reaction for today, because this is such an interesting information and video that we have to know about a Russian also. And how do Americans see the Russian army? There is a Russian translation, or Americans about the Russian army. So you have to enjoy, guys, watching this one. Turn on the subtitles. Also with that, and credit to the owner also with the video to tap that for memory. I'll put in the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you're new to my channel, just click on the subscribe button, click on the notification bell so that you'll be updated on our future uploads. And if you have some comments and suggestions related to any like this video or any Russian videos that you can suggest, drop it on the comment section. I'd love to read and respond to you all and make your video request. And I would love to listen with you at the end of this video also at the comment section. What are your thoughts? Because this is like a really interesting video that we really have to watch and be informed and be like additional knowledge also. Let's get to it. Enjoy, guys. Pasibat or Russian friends. Wow, thank you so much for this video. Советский Союз закончил свое существование в декабре 27 числа 1991 года. После этого на протяжении 20 лет Россия множество раз перестраивала, обновляла и модернизировала свою армию. С символами медведя и двухглавого орла Россия занимает высокие места на шкале мировой мощи. Но насколько действительно Россия могущественная? Добро пожаловать в новый эпизод на FTD Facts. Меня зовут Лерой Кентон. И сегодня мы поговорим о России матушке. На момент создания этого видео население России составляет 143 миллиона 388 тысяч 252 человека. Российская армия находится на втором месте в мире, рядом с армией Соединенных Штатов Америки, и для нее теоретически доступно 70 миллионов мужского населения страны. Но сейчас действующая армия составляет около 766 тысяч человек. Не будем забывать, что в активном резерве армии находится 2 миллиона 480 тысяч человек. Активный резерв — это военная организация, которая набирает людей со всей страны, и эти люди совмещают свои военные обязанности вместе с работой и карьерой. И их роль заключается в том, чтобы быть доступными для мобилизации, если стране понадобятся их услуги. И чтобы разобраться в военной технике этой армии, мы должны посмотреть на их танки и на ракетные системы. У российской армии числится 15 388 танков. БТРы — боевые бронированные автомобили, которые насчитывают 31 298 единиц, и системы залпового огня — 3 793 единицы. А теперь переведем наш взгляд с земли на небо. У России насчитывается 3 547 самолетов, 1124 из них — транспортные самолеты. А также не забываем про растущий сегмент военных вертолетов и истребителей. Мы можем с вами говорить про количество армии, про наземные и воздушные системы ведения военных действий. Но у всего этого, конечно, есть своя цена. И финансовый вопрос играет даже большую роль, чем, например, воздушные силы. Российский военный бюджет составляет 46 миллиардов 600 миллионов долларов. Но недавно российское казначейство подтвердило тот факт, что военный бюджет будет сокращен на 25,5% на 2017 год. И это сокращение бюджета в России самое большое со времен 90-х годов. Это сокращение военного бюджета последовало за многолетним повышением военного бюджета, который вырос больше чем на 98% с 2011 года. Но, несмотря на это, российский военный бюджет 2017 года больше на 44% бюджета 2011 года. И недавно российское правительство опубликовало свой новый план на сокращение расходов на оборонку. И это касается бюджетов на 3 года, с 2017 по 2019. И это было опубликовано 26 октября, поэтому мы знали, что произойдут такие изменения. Но при этом российская армия сейчас мобилизируется очень эффективно. И давайте сфокусируемся на некоторых очень важных аспектах этой армии.
армии. Наблюдая за действиями этой армии в Украине и Сирии, мы увидели, что российская армия развивается все быстрее и быстрее. Но несмотря на это, большая часть российской армии находится в экспериментальной фазе. Огромную часть армии не затронула модернизация. Но в некоторых очень важных вопросах, таких как ядерное оружие, воздушная оборона и баллистические высокоточные ракеты, сюда Россия вложила огромные деньги. И да, мы видели результаты этого. Была военная реформа, которую запустил министр обороны Анатолий Сертюков. И это произошло после триумфа в августе 2008-го, когда у России была война с Грузией. Но все равно в то время российское командование и российские спецслужбы не показали себя лучшим образом. Российские системы связи нуждались в обновлении, даже такие системы, как, например, GPS. И некоторое старое оружие даже не могло быть использовано. Но российский министр обороны того времени Анатолий Сердюков в 2012 году был заменен новым министром обороны Сергеем Шойгу. И он провел множество военных реформ и исправил много ошибок. И при этом сфокусировался на военных учениях. И потом мы увидели результаты этих военных учений, когда мы увидели, как в 2014 году российская армия взяла контроль над Крымом. Но, как я уже сказал, многие ключевые моменты российской армии еще не были затронуты модернизацией. И на летнем военном брифинге мы увидели, что Россия делает для того, чтобы улучшить свой военный персонал и оборудование, которое у них есть. Но также мы видим, насколько трудно России привести свою армию в полный порядок. И несмотря на это, она все равно вторая самая могущественная армия в мире. Но если с Россией кто-нибудь все-таки начнет войну, как это может произойти? Мы знаем, что у России есть возможность использовать ядерное оружие даже в региональных конфликтах. И очевидно, что Россия — это огромная страна, и ее территория охватывает 1/8 всей мировой территории, пригодной для жизни, и пересекает более 9 часовых зон. Даже если 143 миллиона человек живет в России, территории огромные, и мы понимаем, что их гораздо сложнее контролировать. Представим такую ситуацию, если Китай мобилизирует половину своего населения и захватит Сибирь. И для того, чтобы поняли, насколько Россия защищена, нужно сказать, что с ней граничит 16 других стран. И практически невозможно нейтрализовать российские ядерные возможности. Из-за того, что у России есть, как они это называют, возможность второго удара. Это способность армии страны отвечать на любую ядерную угрозу повторным мощнейшим ядерным ударом. По последним данным, у России есть 4300 ядерных боеголовок, более 700 стратегических ядерных боеголовок и около 2000 боеголовок в хранилищах. И я раньше упоминал, что Россия граничит с 16 странами, и есть разные вызовы в зависимости от того, откуда будет наступление на Россию. Но можно отрицать это, но российские границы, они мало защищены. Практически нету никакой естественной защиты, горные хребты или гигантские водные объекты, которые бы приостановили наступление противника. Ведь каждая военная угроза, которая приходила в Россию, начиная от поляков в 1610-м, заканчивая Гитлером в 1941-м, эти атаки происходили со стороны западных границ. И если страна хочет напасть на Россию, то, возможно, это место будет самое лучшее для нападения. Именно поэтому Иосиф Сталин после окончания Второй мировой войны был очень осмотрителен по поводу европейских стран. Может быть, поэтому современный президент России заявил, что развал Советского Союза был одной из самых больших геополитических катастроф в мире. У России также есть довольно-таки слабые союзники, такие как Беларусь и Казахстан. Есть еще такие союзники, как Индия и Китай, но вы с трудом можете назвать их союзниками. Но нужно сказать, что у России и Индии на данный момент самые тесные лучшие отношения за всю их историю. Но и без союзников Россия очень мощная страна, и несмотря на всяческий глобальный критицизм, народ этой страны все равно достигает прогресса в создании нового, современного и светлого будущего. Спасибо за ваше время. Ребята старались, когда делали это видео, я заметил несколько ошибок. А если вы их тоже заметили, пишите в комментариях. И если вы хотите новые интересные видео, переведенные с английского на русский язык, подписывайтесь на канал. A very informative video, and even I have difficulty to understand like the English part of it because there is like a Russian who translated also. But this is like the impression of Americans to Russia.
you cannot really mess with Russian army or Russian people because they really have the strong and power. Even those like in an early war and showing to the video, they really conquer everything. They won every war that they are going into. Such an amazing video information that it showed on this one. And thank you so much for the honor of this video. Such a beautiful the way how just creating with this compilation of the video. Even like seeing those old what they call this one weaponry of Russia, but still every war that we go through, they just always won, and they really have to fight no matter what it is, and they really have to stand in their country and fight for their country also. Such an amazing video, and thank you so much for this one. I hope guys you enjoyed watching with this one and you get some information with it, especially to our Russian supporters. Help me also and write your comments at the comment section. What are your thoughts with regards to this video also, how the like American see with a Russian army or Russian people. So if you want to see the full video guys, it's on the description box below. And if you like this video, same as I did, just give a massive thumbs up. Like and just unsubscribe also with my channel. This is Junris Blagadag React saying stay humble, stay positive guys. Pasiba to our Russian friends. And if you want to connect to social media account, it's in here guys. And if you want to connect to second channel, it's in the description box below. And thank you so much and see you on the next video reaction. Mabuhay po tayong lahat and God bless everyone. Bye-bye, guys.